Привет всем любителям рыбалки! В этом видео я расскажу вам о новой катушке Sprinter от торговой марки Golden Catch. Новинка выполнена в четырех размерах. 2000, которая весит 235 грамм, 3000, имеющая вес 260 грамм, а также 4 и 6000, вес которых составляет 275 и 385 грамм соответственно. Спринтер оснащен 6 шарикоподшипниками и мгновенным стопором обратного хода. Корпус и ротор изготовлены из прочного и легкого углепластика. Высокоточная главная пара с передаточным соотношением 5,2 к 1 изготовлена из алюминия и латуни, что обеспечивает спринтеру высокие тяговые характеристики и хороший запас мощности. Алюминиевая точеная ручка с эргономичным кнобом из ЕВА способствует максимальному комфорту при ловле. Облегченная металлическая шпуля со скошенным бортиком оснащена качественным многослойным фрикционом с фетровыми шайбами. Система подачи шпули осуществляется посредством кулисной передачи и обеспечивает качественную укладку лески, а компьютерная балансировка ротора в совокупности с точно изготовленными деталями механизма обеспечивает катушке легкий и плавный ход. Мы рекомендуем спринтер в первую очередь для спиннинговой рыбалки, а 6000-ный размер подойдет для любителей ловли на фидер и другой донной ловли. Катушка имеет большой ресурс мощности и при этом доступна каждому рыболову.